Купил рецепт за 30 тысяч. Рик или какой? Да, для башни рецепт, по-моему, падает. Ага, 4. А рыбка еще стоит, он кушает. Кашку, кулак, там, пристабав, дай сам. Вот. Так же самое делаем, тоже 5 закинул, улетаем, обратно прилетаем. На мотиках побыстрее думайте, пожалуйста. Вы просто подъезжайте, я сажусь под хостой, завозите моментально, и все, и дальше по цветам работаем. Так, с кем сейчас в машине? Так же самое, с кем и был. С Хау кто? Бесогон? Да, Бесогон. Ну-ка, Саня, проверь, можешь на машины метки ставить, на разрушители? На саму машину. Звезду там, квадрат, что. Ну да, типа того. Говори, когда щит лучше это, заюзывать. Вам на кого лучше, чтобы вы видели, кого подбирать, или чтобы вы тачку видели? И кого подбирать, и тачку. Попробуй вот на тачку ебануть, на два разрушителя. Ну я вам поставил на свою. Ага. Одна трусы, ребячья. Может, короче, кружок возите в трусы. Все. Ну. Звездочку возите в череп. Поготов, Саня, да, Эрчи. Давайте сейчас на готовность. Женек. Все, танк пуля. У меня пятерку на стаку. Забирай. Покидай. Садись. Макс, подъедь поближе, по левому краю. Вот правее, право уходи, я сейчас прям в тебя залезу. Я сломал. Каст. Вот нахуй уже солнце делаю, ебаный. Переагрите цветок. Мотоцикл, цветок заберите. Паладин, ты сломал? Собирайте колчедан и потом закинете. Закидывай, Макс. Угу. Блять, ну тыкай, ну. Блядь. Я один. Чё ты проебался? Где палку? Нормально, арт рядом уже. Я что, не залази здесь? Фу, колчедан собираешь, чтобы палку было. Бля, расставил номер. Каст. Вы прыгали еще раз? Саня залез? Да, ускорение вас. Кидай меня. Еще раз меня сейчас кинешь. Да. Кидай меня еще раз. Каст. Ни хп, ни хуя нет. Сумару, блядь. Да еще разок так сделать и все, и он сдох. Я сейчас добью, он застанется, вам надо максимум дэмэдж ждать. Залезьте кто-нибудь сами, колчедан стакайте, в череп. Любой мотоцикл в череп. Два мотоцикла. Один мотоцикл в череп залазит, другой мотоцикл залазит в этот треугольник. Саня, собирайте им колчедан. И добивайте босса. Мне сейчас тачка сдохнет уже, блядь. Не, нормально. Уже. У вас 10 стаков, просто съебуйте, он встанет, стоит, еще будет стоять. Собери мне колчедан. Просто не проебитесь ничего в стаке, не проебите. Нажми тройку нам. Четверка ускорения. Мне бы кто-нибудь нажал. Добейте, просто стрельните еще по разу. Он умрет. Все. Все лучше. Красиво. Красиво. Порезайте, Павшик, там туда-сюда. Путная. О, кольчуга! На пояс упал. О, ебал, а, упал а, тебе. Саня, беговый лут упал, бля. Рецептику. А чё, от рецептов от сферы отказываемся? Почему? Да, рецепты сферы я забираю.
Ну там пуг рейди у нас как бы на дороге. А берите, берите. Охуеть. А, ну рольте, типа, я не знаю, там шаман, если не надо им. Рога тебе нужно метательное? Конечно, нужно. Без. И триня нужно, и метательное, блядь, все нужно. Да дайте Саньку все. Сферу вырыли. Саня, ты кинешь обмен эти сферы, да? Дайте Саньку триню, да, с металкой. Ну так, а это самое, кто забирает этот выкрику? Выкрики? Я. Ага. Я выкрику тоже выиграл. Я тебе Саня отдам сейчас. Бля, я все 4 шмотки выиграл, Алёна. Отдайте рез. А там этот есть. Да я спал уже. Чего и этого? Тогда, если что, короче. Игниса? Да, Игниса. Это самое. А кто выиграл, кстати, Тринку? Да все Саня выиграл. А тебе нормально? Ну да. Ну типа от РПБ толку нету сейчас, а на ап 1200 апа прок. Это перезвон, да, да? Да, если что, короче, там из Антохи напишите, потому что у нас вы... есть рецептик. Вы это, итем левел не забудьте обратно переодеть. Да, кстати, хорошая тема. А то я уже так побегал на прошлом РТ, блядь, с итем левелом. Кайфово было. Так, давайте дарим бахнем. Ну что, как ХП увеличивается в машине? Вы прям Саней, бля, ну типа Сани Макс, они прям ну сам урона прям для поровну нанесли 55 и 55. Ну мы, по-моему, вообще вместе не проебали там стаки. Не, я проебал один раз стаки. Короче, я не знаю. Максимум тоже один раз. Я одну фишку понял. Короче, ты когда чела выкидываешь, перед тем как выкидываешь, ты должен стрельнуть, потому что ты когда выкидываешь, он, короче, не клатчдаун что-то. Ну да, да, надо придрочиться. Я придрочился, в принципе. Ну вот я тоже под конец понял. Куда идем? На робота или этих убиваем? Игниса. Игниса идем. Эфирнул. А, о чем? Он иммунный к эфиру, алё. Ну, они починили. Починили все. Тогда отводи его. Там все починили сейчас, там не станется, не фирится почти нихуя. А это искра тоже, да? Ну, вроде в него койл тоже там, ну, нельзя кинуть. Искра там вроде как станется. Ну так же самое, там до 70% быстро, там 2-3 искры, и она пропадает. То есть они эту хуйню не починили, да? Какой-то потный демош пиздец летит, вообще шоке. Так у нас стаков тут ебать какая-то. Так, у нас в прошлый раз танчил уже, эти же танки были, да? Какие-то гамми, да, было. Да, Женек, ну ты бежишь, блядь, пиздец. У нас блядь. Тут только шаман другой, и за место Женька Влад был у нас, а так все те же самые у нас. Ну танки пусть танчат, это так, в прошлый раз танчили. Каз, видите, стан. Что-то они, блядь, какую-то хуйню сделали, но это часто дохнуть стал. Блядь. Каз, хорошо. Что хуйня не прожимается, что делать? Отойдите. НС-ка? Почему ничего не прожимается? Пал, ты забирай этих мобов, а вар чаржить в них по подкаст. Пытиться и висеть как это, ну как баф, пока я не достану что-то без каста. Никто не станет, кроме меня, чтобы диминишинг не вешать. Блять, запизделся. Проебал. Молодец. Да, далеко стоял. Никто не станет, даже ты. Добрать.
все, у него этот стан иммун. Диминишн. Нужно изгнание. Давай. Ну подожди, сейчас там. Да, трэш сейчас пока заливаем, я пилю, а потом. Аккуратно, одного, надо одного аккуратно. Я первый стан, да? Ты дашь стан? Да, я первый. А еще надо занять вот эти морозные рун снакса в бою, то есть ее юзаешь, хотя вот. Их до боя надо юзать, не да. Нет, послушай, я вчера ее бетанул, получается, когда он. Не перед боем, а когда он меня схватил, да, работает. Я только что юзанул 3 минуты, когда можно поймать. У ней общее КД с огурцом лопас. Как бы нежелательно да, время да, боя. Потому что огурец больше хили, чем. Бою КДшцел, я вот. Это руны из Накса? Да, бразный. Нам морозная руна будет. Ну да, но на урон подпущает. И закинь меня патик шамана. Еще туда. Есть, короче, припод, он тоже типа действует как руна, а так же урон получает. Сейчас. В бою не могу, забагался. Блять, а чё за прикол? На X3 у меня похищение тикало по 50-70к, тут нахуй по 15к тикает. Чё за хуйня, блядь? Там ещё мало. Вот только он один пакет. Кого лучше на боссе поставить, Пала или Вара? Ой, ты поддержишь Пала. Танка? Ой, я танка, блять, хоть босса. Кого, хоть босса, хоть трэш, без разницы. Ну, Хитагами так-то уже водил, по-моему, насколько я помню этих. Да, но бог подручил. Я и то делал. Ну, давай тогда могу босса, раскол постакую. Как бы. А, ну, кстати, да, КВН. Урон. Ну да, да. Единственное, мне только надо будет сказать, как это сделать, потому что, ну, я только на трэше стоял. Сейчас. Просто служи выводишь и все, вот и все. Ну, мне сказали, что лужа не успевает пропасть. Ну, хоть подальше, ну, подальше, подальше. Можно в трех точках танчить. Да не, в двух нормально, нормально. Ну она там пропадает еще секунд 5, может. Да как кош можно танчить вообще. На X2 вообще просто в одной луже стоят и держат. Тут в двух все держат. Можно в трех. Ну, работа трехила бомбить. Войт тогда третью ауру поставит, а эрстайл от огня. Кирилл будет мастер ауру в... давать. Кирилл, они в два убили хила. Типа, давайте по два попробуем. Давайте попробуем. Чё, релок метки забагали. Так у Кирилла там хилы были, да ты рыло нахуй, то еще. И у Дамира, ебать, нихуя. Ты придумал. Так, ну это тоже релокность, держ пойти. Саня, ты за двоих нахуй кидаешь. С помощью гира не хватает. В своей стезе. Я это дам ХПС. За шамана не знаю. Блять, у меня метки забагались. Поставь, ага. А чё ты с карты гоняешь? Она же не очень, Саня. Чё, ну она крит дает? Не, я хау. Он с этой картой бьет. У меня нету аналога. Она как бы спрятает. Ты там бафу рыбу туда-сюда.
на всех, если все есть, арчи там. Арт, у тебя рыбы много? Давай я тебе дам стак. Или ты подготовился? Ну все, после памяти хочу. Пал 10 стаков берешь, в лужу заводишь и отходишь от моба после того, после этого. Сами добивают. Мне можешь не рассказывать, я всю льду знаю. Хорошо, сын. Сядьте на мамонта, пожалуйста, кто-нибудь. Огурцы берите, ну как бы, если в ковш... Только жмите, когда в ковш там берет, если что. По хп смотрите. Есть его мамонт? Мамонт? Ну, из бедной вот семьи. Однозначно. Жест, если есть как. Че, мамонта нету, что ли? Так был же. Женек, нету мамонта? Нет. Каску дать под ЭК, вот, да. Куда шаман сейчас? Револ, бля, чирили мамонта никого нет. Ебаные брожи. А вы это. Нечаянно, по-моему, нечаянно. Сережа. Сова, походу, АФК. Это. В Лиофана лутали инженерка с него там. Это хуйня же сыпет. Сережа, извините. Поставь мамонта. Сколько у нас сфер? Побежал, вот оно. О. Сейчас. Почините сразу на мамонта. Одна. Не, вообще, в гильдии сколько у нас уже сфер? Сань. Три, по-моему, вот вместе с этой будет. А, вы не продал? А, не, их слип спиздил. А, на поезд тебе? На поезде сделал? Ну, наверное, но на чё он еще их взял, я не знаю. Я не знаю, он просто их взял и все, с либо я. Я бы тоже поясок будет сделан. Ну хорошо. Потом висы. У меня нормально, вообще жестко. Бля, вот это он зря, конечно, их продавал, наверное. А нахуя хотя... продавал он, блядь? У ГБ бабки лежат. Чем бабки не могут ГБ взять просто? Там, как бы деньги, да, вроде не проблема пока. Шаман, что там долго? А что он там написал? Он релогает. Шаман, ты тут с нами в Дисе? А что мне на луке, я может куплю, блядь? Хуя, блядь, по 10 тысяч. Стоит они уже дешевле. На этот рецепт 6 штучек надо. Да чтоб поезд тканевый, блядь, упал нахуй. Ну я так понял, десятки сфер проблема, да? Ну, наверное. Не знаю точно. Ну чё, если повезет, как минимум 3 упадет. Ну вот, еще 3 намутить и присучу. Моде, по-моему, с каждого босса должен падать. Mm-hmm. А 20 ветки, по-моему, с хармонов 2 падают. 2 сферы. Так, ну чё, давай, РЧ. Шаман вроде зашел. Метки стоят, чек на готовность, баф проверьте всю хуйню. Фласки пропейте, шмот проверьте, кто там одевал и там левел. Шаман, смотри, по команде хопкаст нельзя. Пусти. Чем можно герой с пула? Не прям с пула, подождите там чуть-чуть. Ну, поставить подмет, подождите герой. Стихал, шума. Стоп-каст. Ты можешь его в центре оставить сейчас, потом внутри его лучше вести. Поверни просто к воде его сейчас. Все, в следующий раз пойдешь в череп. Поставил, не в череп, а вот в крест. Не ставь на тайшем, он без моей команды. Прошу тебя. Уже поставил? Да. Это чем гомится? Переводи. Разбивается моба. Ты шаман, да. Фулл мона у тебя был. Саня, по-моему, будет дамочить. Стоп-каст. Стоп-каст.
Блять, я не смог его разбить. На двоих на стак, я прям сейчас АОЕ потом дайте по двоим. Меня хилите, меня лежите. Там в воду завел. АОЕ дайте в воду по двоим. Все, они сдохли. Еще один. Все, веди теперь туда, на первую метку. Стоп-каст? Стоп-каст. Служу тоже. А что не подлетел бы? Можешь перевести туда в череп. Да-да, иду. Моба, бери вар. Таунти моба. Да там, где моба, вар. Стопка. Сколько тебе там надо дает шмак? Стопка. Шаман, ты тут? Да. Сколько тебя там на тайдер? Разбейте, да. Макс, разбейте. Это тема, которая регенит мана, сколько у тебя еще КД? Разбейте, а маба, как... алло. Разбил, разбил. Ладно, сейчас... Так, по-моему, мы не сработаем сейчас с шаманом. Ну, вот его и не слышно просто. Он что-то говорит, но его не слышно. Стопка, стопка. Okay. Есть? Саня, хильте. Тиньла, хильте. И не понимаю, есть у него там или нету его, блядь? Минуты, я тебе говорю, КД, уже две. А, две минуты. Громче говорите, а разбивай. Мабасами. Мы с тобой должны сдавать тотем на лоу мана под гим. Такая тема, короче. Сейчас она будет каст топать. Каст. Я тотем просто ставлю в начале боя, как у меня 20% маны еще. Да, и потом, да, да. Когда уже середина боя, блядь, я его еще раз обновляю. Ты не профи. Ты не один врыг. Тем будем сдавать под гим, когда лоуман. Хорошо. Я даже гепс там. Сбивать. Все, следующих заводить не буду. Кстати, ну урон прям вообще не чувствую. Ну тут не так больно, как в 25-ке. Да, прохилился вообще на супер изи. Перехвати моба, вар. Топ-каст. Тем более, я чуть кипсим раскидал, и то есть он даже не успевает разомашить. Да, без мана, но... Ну, 5 кхпс этого. Древко. Ля-ля, я хатто не пошел. Я вас ненавижу. Блять, Саня, тебе хоть что-то, блядь, попадает. Мне вообще на тряпку нихуя не падает. Ну да, ладно. ДК, тебе надо на анхолика? Блядь, древко, блядь, намного лучше, чем мое сейчас, который, ну, типа, после помойный. А 239 шмот еще падает с хэ-модов, или это уже пофиксили? Нет, нет. Пофиксили. Ну, хоть шмотки не забрали, спасибо на это. Ну да, и то хорошо. Тоже шмоточка одна вывалилась. Так, давай, Тхал, ты на маленьких, а Вар на больших.
Никто не умирал, все, ребафаться не будем, давайте быстрее. Сам отошел. Уже запустили. Да, да. Бля, манухи вам приезд не надо, да? Да, Инер вон, в сане. Хорошо. Ну че, надо Инер, нет? Бабушка. Макс, ты тыкнешь, да, гарпами? Да, да, я все сделал. Я нажму. Где ставил? А, блядь, он в начале. Где? Я похилил шаман. Хиллер, окей. Добейте мага. Да, у нас еще лава пока стоит. Он нажимает. Это большой мобчик. А, он нажимает? По боссу. Геру дать бурсты. Гера, а Гера, да. Гера, три минуты. Гера, следующий. Следим. Гера, да, тут уже под изикутку. Ключи на работу оставить. Вол, блин. До ката уже убьем. Надо за два раза ее опустить. Не получится. Придется три раза. Я думаю, третий раз она не взлетит. 20% есть. Там 30 еще есть. Скажи, когда будешь гимн прожимать, где то темп поставить. Ага. Я тебе скажу, ставь то темп. Все. Я на гимн рожал. Там. Да. Не стойте в центр. Стойте так, по краям. Чтоб зол уже, да, по краям был. Гарпун сейчас. 36 секунд, Гера. Нет, не успею. Гера, не 36 секунд, а вот Гера. Ты 25 секунд, Гера. Мне еще КД. Вот, видишь? Дадим Гера тогда на это, оставим на робота. Да, у него КД он, блядь, нажал под этот, ну, когда я сказал Гера, он его нажал, он под дебафом был. А КД еще 2 минуты, 3. Как третий раз она точно не взлетит. Она сейчас взлетает, потом уже не. Доты обновите, доты все обновите. Я все обновился. Говно. Гори, сука, гори. Блять, ДБМ новую скачал, хоть тебе показывать теперь. Сайта качал. Сервиса? Нет, с Дискорда уже. Скоро. А, ну да, тут у меня стоял, который на X3 ДБМ, адмираловский. У нас тоже обновите, короче. У меня тоже адмираловский стоит до сих пор. Ну, короче, обновите, там получше. Да, он тут поинтереснее. Какой поставить? Который а здесь продел? В аддонах. Бля, тут можно в соло хилить. Ну, на первой фазе, да. На второй, ну, наверное, тоже, да. Чё, вар первый поймает босса?
Упал там уже второй. Да, я там агро уже набил. Если оно не сбрасывается, конечно. Не, не сбрасывается. Ковер ближе ставить. Так, Кира нет, значит я сдам этот поездку тебе. Не? Можно даже, можно на пол мне даже ждать. Я не тебе дал. Нормально, нормально. Из-под лица выйдет ДК. Не, я стенку под издаю, думаю, профитнее. Мне под экзекут куда 20-25%. А, ну да, да, да. А так да, стенку давай. Дыхание. Гера, наверное, не будем вставать. Не-не-не, не надо Гера уже. Забрал. Давай, наверное, поставим с тобой тотем. Ставь каким-то. Вот так, отлично. Блин, чё оно так мало тикает, сука, блин? Вот ринкл, по-моему. Мой пианос в прошлый раз тоже падал. На локо вроде норм должно быть. Не, хуй-то. Чё за поезд? Саня, отойди вот 2-3 минуты. Я по поезд забрал. И на фаермага. На сон. Да. Там трешка, ждать его сейчас по-нормальному почистим, не как в прошлый раз. Чайно, тебе нужна эта тренька? Чего у тебя там за тренька? Дай совет, дай. Ну, если же этого не надо. А ну... чё, как там трэш нормально чистить? Расскажи тактику на трэш. Просто водишь и все. Ну, сначала техника взлететь, в куче не стоять, типа, надо, ну... Типа, не куче стоять и просто водишь. Ну, каз сбивается притяжкой и станом. Ну, в толпу врываться или как? Не, вот, ну, вот ты прыгаешь налево, да, например, вот поаккуратно пулишь, там пулится, типа, мобы. Мы заливаем сначала техников и все, а ты, типа, водишь мобов. Потому что эти техники будут купола ставить. Типа, тебе нужно будет куполов выводить. Раз техника сбивается. Только из куполов выводить надо больше? Да, да, да. Да, да, только из куполов. Ну, что там урон, ну, 99% меньше. Она, получается, уже 3-3 не упала или чего? Или мне кажется? Две. А, не, 3-3-3, да. Танковская. Ну, танка 3 не очень. А танков 25. Я нечаянно ее, кстати, бы отдал. На друида нормальная тренька. Да у друида и так армора дофига. Техников сразу. Ранжу не берите. О, видишь, хуяк. Забери так. А кто кастует самоуничтожение? Утилятор. 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 Мне эта хуйня каз сбила, блядь. Пила, заберите уже. Мне касты сбивают. Они это... Ну, короче, у них агро свое там. Ну я вижу, да. Она уже доебалась до него, да? Она доебалась до него. Каз. Блять, собака. Танчик. То же самое, с другой стороны, давайте сразу. Thank you.
на скиллбот или буду? Че? Через рейдфреймы. Я через эксперл кирю еще. Хрен тут. Да, мы уже почистим. В 2 идем хила или в 3? Давайте в 2 попробуем. Давайте в 2 попробуем. Как бы ДЦ и шаман. Шаман. Шаман тут. Твоя задача шаман, только АОЕ за хил давать. Не кастуй ретрика. АОЕ за хил только ебаш. И мерки лучше. Тут тактика, как 25-ки, да, там бур сердце, ну, так же хренот запускаешь, все, что тоже надо. Да. Шаман, тут кидаются две метки, беленькая, светленькая и темненькая. Темненькую тебе надо вынести на 20 метров, стоишь, ждешь под самый конец, и когда уже остается там 1-0 секунд, начинаешь бежать. Тебе надо ее положить так, чтобы ты не стоял на месте и быстро с нее выбежал. Светленькую будешь заносить в метку, которую я тебе скажу. Там еще нюанс, да. Типа, когда темная взрывается, она тикает, там может сложить, так что, ну, около мало хп, так что ты там смотри, ну, старайся чела поймать. Саня, надо делать, Саня, да, щиточек там туда-сюда, и главное бежать, то есть не стоите на месте. Я на Саня на месте. Помогайте хилам, кто может подхилить тоже, если надо, подхильте. Ты же был в хармоде, шаман? Смотри, там будет лужа разливаться под меткой на второй фазе. Лужу надо вынести, ну, точнее, да, выбежать. Да. Я за этого знаю босса хорошо. А, ну все, хорош. Да. Можем мне объяснить. РДД хилы стоят на рендже, мы милики стоим в квадратике. Черная метка выносится там налево и назад, белая в крестик. И также бьете босса, типа, если милик, просто в крестик отходите и продолжаете бить босса. Обязательно, когда появляется искра, весь дэмэдж выскору дать, там дать ей стан туда-сюда. Я буду слева мобов встречать. Когда сердце, все бурстят, типа, если рейд на фулл хп, все дамажьте, и присты, и шаман тоже, дамажьте в сердце. Бля, сейчас все буду стоять, не пугайся. Ну, кто больше дамажит, там, пал или... Вар. Танчик больше, пал в ретрика. Все, готов. Бля, подождите, у меня какая-то хуйня, и у меня не работает трикс. Ждем. Ну, релогнемся. Шаман, отойди чуть-чуть. Не сагрится. Шаман, лучше тебе посередине как бы стоять. Плюс-минус. А мы вот пробовали хардмод делать, но нас ДПС не хватило. Мы вставали, получается, вот 25 человек, ну, грубо говоря, по 12 человек права, а оставляли свободным для тех, кто с белой меткой, чтобы... выбегал на центр, это если милишник. А РДД все просто рейндж 12 прописали. Блять, и... да тут 50 на 50 километров комнату, тут выбегать можно в 3, 4, в 5 сторон. Да, все, работает, народ, сейчас я рыбу приеду. Проще. Бафы там проверьте пока. Все, я готов. Где он даю арче? Ну, без ДБМ пула просто пуляй. Сильно не врываемся. А чё, мы же не стопнем, правильно? Да нет, мы... Два хиладочек стоп. Метка. Я же не зару. Это стоять можешь, просто нет, стой так. Я поехал. Саня тоже может стоять сейчас. Там Санька лежит. Нормально, наебывает. 3% сердца. 3. Геру дал, припоты выпили.
все дамажи. Гер, гер. Макс за мобами сами. Да, да. Мы были у Санька. Большой забирай. Можешь бежать, пойти за таунт. Нормально у нас времени, ебан. Ну, а большой, да? Лап тоже забираешь. Сейчас начнется тут долбежка. Он говорит, скружит, да? А, ну, щитки я всем раскидал. Отставил в крест. Крест, 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 отставил, не туда пошел. Нормально. Так, все, пусть так, сразу нормально. Пау. По искре сыграли все? По искре. Каста, каста, каста с кулаков. Бля. Ебать, ебать. Я, бля, выносил эту хуйню, я не успел вернуться в рейд, блядь. Расставил. Там с пол рейда бежит. Это, а с этим хилом хватит ДПСа? Должно хватить. Но у нас одна гера, нам все еще ждать надо. Типа, если 6к вычесть вот эти, блядь, которые я дамажил. Все, я начал, типа, я вынес нахуй одну лужу, и он начал каст, я пока бежал обратно, все, упал рейд. Там беспонтово получилось, я эту сферу ебучую переагрил, и мы пока она летела до меня, ее милики били, бежали там, и кинулась уже следующая на сани. Типа они все в одной метке как бы бегут. Ну, чё, оставил я понес, непонятно куда. Да это плюс-минус, что похуй, в принципе, что он ее с той стороны вынес. Ну просто время лишнее. Долго типа били, получается, по большей части, как мне показалось. Ну именно в эту, в частицу. На в нее все свечиться должны, и мелики, блядь, и эти, ДД. У нас есть декала, просто Женек может ее сразу грипать в мелизону, и там дает стан паладин претрекнивать. Но там стан уже не работает. Я типа, да, думал, типа, сейчас просто его выгрипнет, и он быстро, и все. И мне даже и подходить надо будет. То я подходил еще. Босса. Зато-то он птица, грипается. Женек, ты бьешь босса, когда появляется искра, бьешь искру. Больше никого не бьет. У тебя приор босс, сердце, потом босс, искра, и все, и босс. Босс, искра, босс, искра, все. Можно спекнуть третьего хила, там у нас времени хватит. Можно спекнуться. Ну, типа можно, чё бы нет. Чтоб долго не сидеть, просто не ебать. Да, давай, Войт, спекнись, чтоб мы уже тут не это. Ебать, просто пацан в трех спеках, ебать. У тебя с собой все, да? Да, или нет? Конечно, все в сумке. Это, Саня, я знаешь, что думаю? Давай у меня будет мейн ретрик, потому что на него больше конкуренции, а на остальные хил танк, ну типа, они как бы нужны, там, как пойдет, как оденется, так оденется. Ну, давай после рейда поговорим. Фокус, помогите хилы подамажить сердце, и все. Под вторую метку, под раскат, когда он будет стукать, первую дашь рудру, спокойствие. Под второй Саня гим даст. Да мы даже без всякой хуйни прохилили. Ну, окей. Чё, жажда крови у нас 1 минута. Давайте быстренько там курнем там чё кого. Не больше минуты только. Мы за минуту переведем. Типа, мы можем не идти, не идите уже. Да го, чё, арче, да? Мы уже арче, давай, мы можем пулять. Осталось 50 секунд. Хаус, есть нужда? А? А есть у тебя? Кто есть? Венерия. Нет. В камни же, блядь. Знаете, камни. Не забывай, только не забывайте жать камни. Thank you.
Это хрен, который ринканул из таких флаконов маны. Он они больше восстанавливают. И он восстанавливает нормально, там по 6к бывает маны. Вместо 4. Ты там, Саня, клацаешь, блин, по тарелке. Пошлите. Лобы поволжи, блин. Шиман, ты спулишь босса, убери тотем, это один из них. Он, по-моему, вообще не будет, пока его не ударит. Нет, он тринжи тоже будет. Саня, ждем такой пули. Да-да-да, я тут, извините. Все можешь пулять. На хп ебать аж крик. Смотрите, как хэм-мод мы запустим. Если кинется метка там напала, ты можешь баблом скинуть сразу искру. Чтоб не было дамага, мы ее быстро убьем, если первая кинется на тебя или на меня. Блядь, идет на индус. Стой, стой, шаман, стой. Нажимай, Гер, уже нажимай. Дамажьте хилы тоже. Больше. Там бомбочка слева идет. Я вижу, вижу. Все, мы успеваем, отлично. Бомбочка? Это нет, это не бомбочка. Вот бомбот идет. Я вижу, вижу. Он это фрейминг. Еще справа бомбот. Шаман, отойди от него. Глубу дай, глубу, глубу, глубу дай. Сразу выскочи, да? Да-да-да. Сферу сыграйте быстро. Шаман, крест. Камни не забудьте сейчас хавать. Сейчас шамана выйдет. Поиск крест сыграли. Баблом брось. Ребята, если на вас светлая метка, вам надо либо сбрасывать, либо уходить в крест с ней. Почему вы, блядь, в мелизоне стоите? Раскаты. Похилимся. Чуть-чуть вправо, шаман, сдвинься. Не надо так далеко убежал, далеко. Беги просто на ходу и скидывай на последние секунды. Не тикало. Блядь, нет света. А ты что, все что ли, блядь, забагали? Все. Раскаты. На
Это так и должно быть, или это неправильная работа босса? Не, ну вообще должно быть, эти частицы должны до конца босса, до конца боя. То есть до фикса ХП его они выходили все время, абсолютно. То есть всегда его искра под раскатом. А потом они пофиксили, они вообще перестали. Сломали они выключили. Ну что, они подумали, ебать, мы охуенный босса сделали, дай-ка его пофиксим. Можно мне там ману как-нибудь залить, там, может, тотем? Да. Ну, ставь тотем, ок. Давай, я гимс там, кстати. Тотем. Угу. Еще потом напуришь, что ли? Видео получится. Скажешь, когда не ты. Ну вот сейчас можешь взять. Саня, у тебя ПС-ка есть? Саня, ПС-ка есть? 10 секунд. Окей, залёжка будет сразу. Ой, он кто-то выносит. Угу. Женек, следи за добавками, пожалуйста. Так и. Нет, 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 нет. Ну 7к, сука, выжил, нет? Не выжил. Блядь, не выжил 7к. Накопало грудак, пойдет этот? О, Саня, запали. Да, пойдет. У меня есть такие, может, такие. Ну вот паладина, а нет, ну вар может себе запалить. На кота можешь забрать, я не чаю. А где сфера? Что, не было сферы? Лёд сферу не было. Всё, забрали? Рихтер? Да. Точно, блять, бой какой-то. Сейчас лучше да, комбат пропадёт. Не, уроки есть такие наручи. О. Да, уроки есть. Бля, а мы твинками, но можете нас еще твинками сходить, блядь, десятку. Ну а у меня еще хаб без КД. Ну вот, у меня дрит без КД. Ну, у меня КД. У тебя на всех КД? Аккуратно, только мобов пулите, этих не всех сразу. У нас комбат не пишет. Подождите, не пуляйте ничего, у нас комбат. Ну сейчас лужи пройдем. Ну давайте в лужи умрем и сначала там придем, че какая проблема. Сейчас не исчезнет просто. Лужи как исчезнут, по идее комбат должен спасть. Да отдохните, просто заходите. Только не бафайтесь, просто бегите без бафа. Я покурю минутку.
Все у меня, весь лут у меня. Арт, кинь рыбку пока. Мы же Калагарна можем первого убить, да? Пойдем на собрание. Ну, чтобы Даларан не... Кушайте катать, рыбку. Не спекаться в танк. Можно же Калагарна, да, первым убить? Можно. Да мы и там в два танка пойдем. Шлюйте сразу. Нам все, оставшиеся три босса в два танка. Дайте этот, дай Даларан портал. Поменяю спектр. Там, чтобы потому... Я видел вчера там вот Гавай, который они в одного убивали почти все. Мы убьем в два, потому что в 25-ке в любом случае будете бить в два. Только Калагарна в одного били. Сум, пришел тебе? Да. Кушай, рыбка стоит. А сколько боссов работает? 7 или 8? 3. Осталось 3. 7. Получается. Вот, поешь рыба. Вот, рыба стоит. Сейчас, дай я баф. Уже. Не смогли убить вот этот, который... Правая, левая рука, блядь. Ну, естественно, на кошек тоже уже не дошли. Так у тебя тег какой-то непонятный. Что за так... люди вообще? Видишь, тут легенды и Этернал, и все. Сюда сидит и молчи вообще, в стороночке, да. А мы немного спулили? Да не все пулятся, там надо как-то по-особому пулить. Ну я уехал, короче. Ты что там? Не, не дамажит? Что-то, ну где дамаг? Заливать, я уеду. Чё тут? Не надо, по-моему. Ну там 25-ки, там лужица кидается какая-то хуйня. А, я что-то диспалил вообще, надо что-то диспалить? Всё, надо пиздец, прессу был. Что такое, сюда посчитаю, подожди, скорость, реально, это хуйня, в принципе. Вот такая-то можно снимать. Меня оглушил кто-то хуйня. На собрании что мне, с варом бегать, косты сбивать? Ой. На родительском собрании? Не, на кредит. Одного только левого, помните? Чисто бегать, кассы сбивать. Там, три этих, блядь. Сейчас тебя легану ачиву. О, руна. Вы выйдите нахуй с ним. Вот этому, блядь, буревестнику. Офис пулили второго. Выйдите с рун, Мелизон. Ундиру, ёбаный. Мы не так будем его.
понял. Я просто на официалке поиграл, а получается, вот. Акс пошел, ульдуар вышел, и я вот в ульдуаре... Не надо, не пуляй право, право не трогай. Налево идем. В ульдуаре только... Только большого убиваем. Прошел. Потом забил и начал играть уже с АК. Ух, ебать, Саня, ебать, неплохо, Саня. Ну я, что-то. Я вам, блядь, прям... Как в этом, как в... Не в UFC, ебать, как это называется. В рестлинге нахуй прыгает чисто. Сетки его чисто. А мне это, вот чао, блядь, да? Прыгай. Значит, я прыгнул, похоже. Да, нахуй. Ладно, бля, вообще. Какой-то кошки пердит, бля. А манай собака, блядь, не пришел. Ярче. Пойдите, актера. Че, Сфера? А вот так, лази. Нормально так ебется. Это диско-шар, бля. Макс, в этой стоишь, блядь, вроде в этой вещи. А я вижу, вижу. На крыше стоял. Это руна усиления, если что. Угу. Не нужно ставить. Не, если я что-то типа могу зайти в нее стать и хп создать начать. Она... Я не умру. Она усиляет хп, если что. Сейчас появится, попробуем. Бля, вот когда-то 4 будет, блядь, я там так буду хилиться жестко, как пиздец, блядь. Бля, высасывает. Да это хуйня. Бля, когда я уже Т4 сидел на ханта. Не скоро. Ну, не скоро, да. Бьем мелкого, среднего, потом большого. Протопал танчишь большого, по КД себя диспелишь, он будет вешать на тебя хуйню сразу, моментально. Сам себя диспелишь. Как у хэма, ну, вырубаются? Надо убить по порядку просто. Вар танчит мелкого и среднего. Сначала бьем мелкого, потом среднего. Видите, под ним такая синяя, типа как руна так. Когда мы спулим, она попадет, но потом она со временем будет появляться. То есть задача такая, чтобы мы стояли в руне, а босс стоял рядышком, кого мы бьем. То есть, чтобы они в руне не стояли, но были на краю прям, а мы были в руне. Там увеличивается дамаг. Мелкому сбиваем косты все, убиваем его. Потом, когда убили мелкого, переключаемся в среднего. Средний кидает на себя щит рунический, Саня может его воровать на себя постоянно. Окей. Хилы просто хилят. Когда я вам буду говорить, надо будет набрать ренджу, там кинется лужа, обязательно с нее выйти моментально. Когда убьем мелкого, будем бить большого. Большой кидает на танка дебаф, который висит 30 секунд. Через 30 секунд танк умирает, его ничего не спасает. То есть задача под Герой нам бурстануть его. Блять, у нас нет минус. СС не? Ну да, может дать, но я думаю, тут быстро умрет. Я намажу яд на минус от хил, потом, чтобы он... Когда он, типа, чел умирает, то босс хилится. То есть там ничего не спасет. Но в любом случае умрет. Просто вот танчит один танк, он умирает, потом второй заберет. А то, что он умирает, вокруг него взрыв происходит? Да, то есть перед смертью ты должен отбежать от рейда на расстоянии 15 метров. Знаю. И все. То сейчас пуляем, ты пал большого забираешь, вар мелкого, бьем мелкого, ждем лужи, появляется лужа, если она появляется под одним из боссов. То есть обязательно надо вывести босса с нее и поставить на край. То есть если появится под большим, то ты просто уводишь, вар подводит двух под лужу.
мы становимся туда. Все готовы, можно пулить. Блять. Дайте им только забрать нормально. Все. А по второму боссу сейчас урон уменьшен? Нет, там он просто отхилится. Можете тут кливать, не кливать, как хотите. Вполне забывай себя диспут. Вот, уводи большого. Служи, видишь, появилось. Мелких подводи. Зайдите в лужу все. Поставь так, типа, на крыше, чтобы мелкие тоже. Вот, отлично все. Саня, щит можешь забрать со зрения. Казды, казби. Лучше мам помогать поставить. Я следующий сам. Через... Вперед проводи, мелкий вперед. Вот, отлично. Далеко слишком увел, но добав мелки не старайся так, вот так. Ну, заебись. Среднему наберите один человек рендж от босса. Всегда на рендже стой. Максим, ты там, допустим. Всегда стой на рендже. Так, это один. Подведи под лужу его. Средний. Ладно, сейчас новый. Под новую подведешь. Там стой. Хильте на фул, пожалуйста, босс усиливается. Ренджу наберите сейчас. Ренджу наберите, сейчас будка служит. Вышли. На краешек стали аккуратно, потому что там она может дамажить. Аккуратненько станьте. На самый краешек. Работаем дальше. Щит свару. Вышли. Сейчас сразу по-большому надо будет бежать, готовьтесь. Геру в полдома. Паладин, через 30 секунд ты должен уйти от босса, вар должен затаунтить. Под конец только убежать. Сейф нажми. Вы можете службы, вот РДДшники там может. Дай иннер, пока мы не можем этот друид. По мне или по шаману. Что там, если что, я скашем выкину. Вар, подходи потихо и готовься забирать. Я без мага. Я скинул, да, ему? Нет, я не готовьтесь, кинул. Вара, хильте, забирай. Ставлю тотем. А, ты не ставил? Дай зубы на всякий. Вот, ты отдаешь блок. Плюс хп под первый кат, под второй шевы. Но я не на фул прохилен, у меня нихуя не поможет. Нужен босс. А, пизда. Надо было спалить с него. Все, падайте. Короче. А почему? О чем он захилился? Ну когда умирает, отхилился. Я умер хит-тагами у нас. Мы чуть не успели, короче. На 5%. Мы били, ну там этой руны типа не было. А еще. Мы можем сейчас, смотрите, все сделать так же самое, просто мы подождем руну, и у нас первый танк даже не успеет умереть. Да. То есть, когда я скажу, по-среднему надо будет стопнуть дамаг, отойти от него, мы просто подождем, пока появится руна, убьем его и заедем по большому в руне. Бля, монаха, что ли? Бля, я же тебе сказал, ставь их тотем, когда гим сдавал. Почему ты не поставил? А есть тотем на защиту от сил природы? Да, тотем есть. Я не слышал, когда ты сказал, что я тотем поставил.
И тоже, что, блядь, друид, пока до инра сдавай. Чтоб тебе, блядь, было 3-4 инра за бой. А тут один сдал, и, блядь, и все, здравствуйте. Прям видишь, блядь, я просел там, блядь, ниже 70, нахуя ты ебнул. Чтобы у тебя не было на КД. Точнее, не в КД. Чтоб у тебя в КД был сильный. Блядь, тоже верно. Ну, а у тебя сколько КД этот гимн на ману? Да хуя, один раз дам за бой. Вы дадите, смотрите, вы отдадите тотем и гимн, когда мы будем ждать руну. То есть, когда мы стопнем дамаг по среднему, вы поставите тотем, дадите гимн, чтобы выйти на третью фазу с нормальной маной. Да, у меня же сейчас только банка была. А чё, баблом этот дебаф не снимается? Нет, он нет. То есть человек в любом случае умрет. Вообще, то есть, типа, он висит, я как понял, там больше 30 секунд. Минуту, что ли? Минуту, да. Потому что в 25-ке он сидит. Типа, мы в 25-ке убивали так, что после убийства среднего на РНЖ может ретрик нажать таунт, бабл таунт. И после того, как на него кинется этот дебаф, ты заберешь босса, и просто ретрик убьет его сам. Там дается 200% крита. Получится у какого-то из ретрика, когда я скажу нажать бабл таунт? У артстайла получится. Хорошо, все. Только не танки не таунтите обратно. Только после того, как на него кинется дебаф. Надо смотреть, что еще сделать артстайл. Ты жмешь таунт первый, и по КД второй жмешь, чтобы... Потому что он у тебя будет обратно срываться. Понял? Монарик дай сегодня. Класки там перепеть. Да-да-да. Надо только бабл сначала нажми, а потом там, чтобы не шотнул. Ту-ту-ту. Это надо сделать почти перед убийством второго, да? Надо сделать сразу же после убийства второго. После убийства второго через 2 секунды кинется этот баф. Ага.